Приветствую вас, дорогие зрители! Вы на канале angelnail.ru, с вами Анжелика. Наступил февраль, и впереди самый романтичный праздник. Еще и веник припер, что это он. Сегодня же Валентина, а я забыла. Чтобы не упустить момент, подготовимся к 14 февраля заранее. Именно этому празднику мы с компанией Мирледи посвятили очередной розыгрыш подарков. Победительницей стала Нина Редько. Поздравляем вас! Дорогие девочки, не расстраивайтесь, если в этот раз вам не удалось стать победительницей. Возможно, в следующем конкурсе удача улыбнется именно вам. Если вы еще не подписаны на мой канал, то самое время это сделать. Для этого нажмите на кнопки «Подписаться» и «Колокольчик». Тогда вы первыми узнаете о новом розыгрыше. Сегодня я покажу вам, как за пару минут нарисовать гель-лаком акварельные сердечки и объемную гирлянду на ногтях. Техника очень простая, новички справятся на ура. Смотрите видео до конца, и любовное настроение вам обеспечено. Перейдем от слов к делу. Для работы нам понадобятся разноцветные неоновые гель-лаки, белая и черная гель-краска, глянцевый и матовый топ, любой густой гель и красивые сердечки разных цветов. Ссылочку вы найдете в описании. Рисовать я буду кистью колонок номер 2.0 и 0, а также линейной 5.0 от Рублев. Воздушные сюжеты лучше всего рисовать на белом фоне. Покрываю тип с гель-лаком из French коллекции от Lady Victory. Полимеризую. В качестве основного цвета я выбрала плотный кукольно-розовый номер 163 от Мирледи. Тебе он тоже нравится? Ставь лайк! Возвращаемся к акварели. Снимаю липкий слой обезжиривателем и ставлю на палитру несколько капель позитивных неончиков. Чем их больше, тем интереснее дизайн. У меня разные фирмы – Neo Nail, Artistic и Tartisa. А размывать их мы будем верхним глянцевым покрытием или топом. Подойдет абсолютно любой. Набираю на кисть 2.0 немного гель-лака и рисую контур первого сердечка, не слишком толстый. Разок потренироваться и нет ничего сложного, правда? Затем рисую второе сердце. И ничего страшного, если линия получится неровная, мы все равно будем размывать ее топом. Пропитываю кисть номер 0 как следует, чтобы на ней было много материала, и работая самым кончиком, растушевываю линию по нижней границе. С этим справится даже ребенок. Главное, чтобы на кисти всегда был топ, и тогда мы получим воздушный акварельный эффект. Точно так же размываем второе сердце, а затем отправляем в лампу на полминуты. Следующие сердечки можно нарисовать, заходя за первые. Так дизайн будет выглядеть живее. Не просушивая, продолжаем создавать акварельный эффект. Техника очень простая, так что обязательно попробуйте повторить. Я думаю, что вам очень понравится. Украшаю белый фон мелкими блестками. Можно и без них, но я люблю, чтобы все сверкало. Сушим! Последний штрих – тоненько обвести контуры сердечек. Если не получается ровно, не беда. Чистой кистью всегда можно поправить изъяны. Полимеризуем, и осталось лишь зафиксировать дизайн верхним покрытием. Какой вариант вам нравится больше, с блестками или без? Жду ваших комментариев. Для второго дизайна я буду использовать мою волшебную кисть для аэропуффинга. С ее помощью можно создать идеальный градиент без аэрографа. Набираю на кончик белую гель-краску и, начиная со свободного края, поднимаю ее наверх, сводя на нет. Полимеризую и прохожу второй раз. Очищаем пуф, отбивая его от салфетку, смоченную обезжиривателем. Черной гель-краской и линейной кистью нарисуем две тонкие линии. Это нити нашей гирлянды. Сушим в лампе. Итак, теперь посадим на них наши сердечки. Для этого я использую густую каучуковую базу от Хоруямы. Покрываю ей типс и утапливаю в ней аппликации. Перед просушкой быстро поправляю их. Здесь также нет ничего сложного. Украсим гирлянду шариками. Для этого я использую дотс. Если его нет, возьмите зубочистку или карандаш. Сначала ставлю точки черной гель-краской и сушу. Затем поверх них ставлю белые и отправляю в лампу. Фиксируем дизайн, перекрыв его той же густой базой, а затем бархатным матовым топом. Полимеризуем. Можно оставить и так, уже красиво. Но я хочу добавить сердечком объема, используя твердый гель. Распределяю его дотсом, сушу и вуаля! Объемные гирлянды ко дню Святого Валентина готовы!
Дизайн займет не более 2 минут, а выглядит очень эффектно. Понравился мастер-класс? Ставь лайк и репост. Ждите наши новые выпуски. Мы с усатым экспертом готовим для вас очередную распаковку. Заходите ко мне на страничке в соцсетях, чтобы увидеть больше моих работ. А мы с котиком желаем вам отличного настроения, любви и быть любимыми. До новых встреч. Пока-пока. Вот коты.